The mine entrance is usually on the top floor. Yeah.
Так. Что я могу сказать? Могу сказать, что пиздец. Не надо. Конечно, не надо. Ты меня убьешь, блядь. Мудак ебаный. Опять окно. Мы идем в окно. Осмотримся. Продолжаю свое путешествие в школе. В надежде, что это что-то поменяет. Мы опять вернулись, да? В наш умопомрачительный мир. Где за нами гонялись все коммунисты. На улице идет кровавенький дождь. Итак, мы на каком-то пути. Надеюсь, мы ищем супругу. Субтитры
Ну вот. Да, прыгали. Ну, сейчас мы разберемся с этой темой. Как быть дальше? Куда дальше идти? Этот домик полный. Ага, за эти двери у нас кто-то здесь. Значит, нам точно не туда. Значит, нам сюда. Так. Что мы перед собой видим? Дверь, которая дергалась. При прыжке обратно мы сразу же погибаем. Значит, прыгаем туда, откуда будет это. Посмотрим, что у нас здесь. Взаимодействия с тросом такового нет. Они придут, они ждут нас. Они точно ждут нас. Здесь мы находим путь вниз. Были уже внизу. Не хотите выйти? Ну, с кем не бывает. Все бывает в этой жизни. Насрал, блядь. Как так можно, а? Как так можно? Тут выхода нет. Понял. Осматриваем правую сторону. Путь наверх, мне кажется. Либо если не наверх, то как минимум от них. Пока не бьют, значит мы на правильном пути. Yes, мы закрыли путь. Это значит то, что они этим не смогут выбраться потом сюда. Находим много бинта и лифт. Вылезаем. Coming. Да, мы побежали. И пошло сохранение. Thank you.
Это было бы кольцом. Потом наверх по всяким левакам. Стремитесь. Потому что придется выживать самостоятельно. Прям критическое, критическое. Просто так огромно дают только бинта. Открывать дверку обязательно. Спускаемся вниз. Выход будет по этой стороне однозначно. I can still see her. Jess. Her name is Lynn. Yeah. Друзья, что ты сходишь с ума? Джесс не стала очень давно. Главный герой, Перепусти. Мы продолжаем двигаться. Управлять персонажем пока получается как пока. Ух. Надеюсь, что мы можем. Нет? Выхода здесь я не вижу. Выход был. Просто пройти сквозь. Мы находимся в лифтовой шахте, которая обязательно валится. Сзади этой же шахты. Так, да, обязательно упадет. Не удивительно. Это шахта. Тут что-то добывали. Возможно. И в данный момент, судя по всему, она уже не работает. Не, ну тебя нахер. Чудовище. Мы уже близки к месту, где пытают нашу Лин. Куда по всему она где-то здесь. Мы должны успеть. Однозначно вам говорю, должны помочь спасти. You're not evil, Blake. Just confused. Вы кто? С кем ты разговариваешь? Совсем нехорошо. Тут убивает людей. Внимание. А может быть еще и насилуют. Не, насилуют однозначно. Они же должны там это. Искать своего. Кого они там ищут. Если они убивают всех детей, то я могу это ищут. Итак. Мы видим щель в стене. И идем дальше. Батареечка, это хорошо, черкашинок в земле. А пистолет? А я думал, пистолет. Так. Оп, черкаш. Дальше.
что здесь? Ничего. Пустота. Да. Мы все в той же самой шахте. Попробуем последовать пути. Они от нас убегают. Ну, страны. Ну, нифига себе здесь. Наборы Лего. Не, вот это точно не остановится. Дверь, 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 дверь. Дверь за мостом, 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 дверь за мостом. Все. Прощай, дверь. Чтобы наверняка послушаем, послушаем, что здесь. А здесь кто-то есть. Причем близко. Очень близко. Ждет нас. Посмотрим в следующем ролике.